Хорошо, но это потом. Посмотри, сейчас не даю. Вот хорошо, пускай подлежит. Достаточно так. Посмотрите. Или что-то хорошо, кровь. Держи за мастер и Маргариту. Все, подавайте мне. Не нашли? Вы не нашли, потому что не справились с навигатором? Нет, одна из нас. Цитаты не спрашивают. Ничего страшного, поехали дальше. Так, следующее задание. Присяжные заседатели признали Олега Сумарокова виноватым в совершении преступления. Какое число присяжных заседателей участвовало в заседании суда? 12. 12, точно. Но вы нашли фильм. Многие вопросы и ответы не знала. Быстро, оперативно. Всей вашей честной компании, которая участвовала в поиске фильма. И теперь вы знаете, что число заседателей 12. Селин, беги. Сивиль, беги, отдай его назад. Так, принцип Талиона. Ну, каждый из вас написал, что? У тебя что, Софи, какое? Не отгадали. Запоминайте, око за око, зуб за зуб. Держи. Сейчас получается глаз за глаз и за польза. Скажется, как палка. Так, что у нас дальше? Дальше у нас пословица, поговорки. Ну что, так. Нужда свой закон пишет. Законы святы, да, исполнители. А еще? Предвзяты. Супостаты. Да, супостаты. Не ставить. Супостаты. Следующее. Закон, что дышло. Хорошо. Куда повернешь? Дышло. Ну, кто бы это не знал. Правильно. Это распространено. А год не вышло. Надо? Год можно? Да, и вышло. Жи. Жи. Там. Да, и вышло. А что для глобус? Законы деспота. Законы деспота. Законы деспота тирания. У вас чего? У меня два тиран и деспотизм. А у вас? А мы написали абсолютно у вас на шлаге. Ну, хорошее, конечно, у вас определение, но законы деспота беспощадны. Беспощадны. Где права, сила, там бессильно. Правильно бы все сказали право. Ну, эта девка... Да. И еще одну. Когда первый раз? По лесу и звери, рыбалки. По времени и люди. Не первый. У кого да? Чего? Так, папа ваш специалист, да? Он все хочет, он мне не подсказывает. А? Ну что, у вас а? люди. У вас люди на помощь сама. Люди на блюде. Законы у нас на похоже на его пишет, что у вас законы так. Марки кончились, но бумажки. И какие слова вы отгадали, которые... Декларация. Молодцы. А кто скажет этот закон, по которому вы... Отгадывай этот шифр. Каждый охотник желает знать, сидит по солнцу. Молодец. Не хватило. Да, чтобы я для умников. Для умников бы посчиталось. Ну а сейчас самое сложное. Сейчас играют только дети. Да. И все же вам за родительские вещи прятаться. Можете подойти, мои дорогие, посмотреть на картинки. Просто посмотреть на картинки, их мало отдать. Посмотрите. Я знаю. Это Гарри Поттер. Это Чаполин. Да. Вот это Золушка. Это Дисней.
Это Маугли, точно. Да. Всех узнали? Вот это нет. Нет, вот это нет. Мы не смотрим. Это Гарри Поттер. Да. А вот этот замечательный диснеевский мультик под названием «Покахонтас» вы не узнали? Нет, я вообще его не знаю. Я вообще не смотрю это. Я смотрела на это. Я сама аватар, только Дисней. Я тоже смотрела. Я смотрела. Все, теперь смотрите, слушайте внимательно. Читаю я вам. Слушайте, друзья мои, перед вами сказка, но здесь надо. Да, от имени Российского общества с благодарностью за девочку. Чего? Смотрим на меня, слушаем внимательно. Ну, лучше запишите на память. Девочку Надя зовут. Как зовут и как фамилия? Винярская Надя. Как еще раз? Винярская Надежда. Какой сказ? Девочка. Каждый человек. Фамилия нам одна, чтобы не ошибиться. В каком она классе? В третьем. А? Ну, почти в третьем. Ну что, занимаетесь снова с ней? Да нет, как-то. Вот просто образ жизни такой. Ведем. А? Ну, а чем, а сами вы какой специальности? Я по образованию инженер. А? Инженер? Да, ну, образование, но к сожалению, закончил институт 94-го года. А чем занят, если сильно? Свободу выражения. Ну, чего плохого? Чего плохо? Пишите фамилию. Если ты останешься ошибки не было. Одно. Или Чаполина. Итак. Дочитываю до конца. Да еще ваша копия. От начала. А вы слушаете. Каждый человек имеет право на свободу. Девочки, на отца похожи, то счастливо будет. А жена чем занимается? Это право включает свободу без препятствий. Настрой детей. Удерживаться своих убеждений. А сами младшие, что ли? Свободу искать. Да, самая младшая. Старшая. Она самая младшая. А старшая какого возраста? Нет. 21. 20? 21. 23? 21. Никто. Не поняла. 21. Сегодня у меня просто падение слов. 25. Никто. 21. А еще? Вы еще 12. Произвольному вмешательству. И 12. Ой, 13. А ей 9, да? Что? Нет, 8. 8? Какие же дети стали 8 лет? Господи, ты боже мой. Сейчас в том, что скрывается. Скажите, знаете, я куплю для старших Егора, да? Я заплачу? Мы подарим. Да подарим. Мы просто... Участвуйте, каких вы не хватает? А старший мальчик у вас? Юноша? На руку мне подойдите и скажете мальчик, то, что решили. Ага. Понятно? А скажите, а девочек чем занимаются? Девочка старшая? Да. Тот, кто скажет, скажет слово? На... Нет. Учитель русского языка и литературы. Ну, моя коллега. Понятно. Вы знаете, что? Будет преподавать или куда-то еще пойдет? Неизвестно? Будет, даже будет. Имеющие неполноценные. Будет, будет. Запишите, у меня всякие мысли там. Запишите ко мне свои данные. На телефон или имейл, что угодно. У меня вот не помарки. Для учителя свои. Давайте помарки, вам штраф. Да, обязательно. А? Давай штраф, мне сказала. Слышишь, ничего не сказала. А у вас есть возможность сказать. А сейчас Егор, вам что, давите? Ребенок даже неполноценный. Что, и значит, что давите? Имеющий уровень интеллекта. Развитие должен вести полноценную достойную жизнь. Это у меня есть писатель, просто некогда доставать, я перепишу все нормально. Что думаешь? Да, видимо, жена что ли занимается больше? Ну, уже уши мои съели. Ну, умница жена. Ты что думаешь? Из этих героев как думаешь? Да, сегодня смогла приехать, как обычно. Я сейчас вам тоже запишу. Ты что думаешь? Ну, Гриш, давай, ты последний. За компанию, ладно. Получить, это действительно мало. А почему? А вы получили штраф. Потому что вы сказали раньше времени, не мне надо. А почему вы думаете неполноценный? Почему Маугли именно? Потому что его родителей не было, он не утекает. Вы, значит, не так, неполноценный, не Мария Тамаровна, это призы, подарки. Это подарки.
У нас там хорошо, там, у нас не так много детских книг, но много, скажем так, для тех, кто постарше. Но уже очень много хороших просто, хорошей поэзии, подберете себе что-нибудь. А в том же здании за углом издательство «Самокат» создалось. Тоже хорошее издательство. И иностранка. Еще одна девушка. Да, Андрей, что у нас 15. Сибирь, у тебя сколько? У тебя 15. Ну а сейчас мы давайте... Я выиграла. Подожди, я еще не все. Сейчас мы с вами проверим домашние задания, которые вы сделали. Так, не хорошо. А где наш Иван? А вот что-то издать. Не надо вам отчество, что ли? Мое? Борисович. А? Борисович. 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 Все очень просто. Нет, вот у меня такая. Ну что, друзья мои, отгадали название животного, которое было вам... Давайте вам чуть-чуть расскажу. Я тебя вижу, да, только я хочу узнать. А там судья такой набор вопросов. Мышь моя. У вас? Честно отвечаю. Да. А, теперь мне нас. Ну, присядьте. Хорошо, тогда знаете, что вы, ваша дочка... Я вижу, сейчас ты получишь у меня очень много марок. Итак... Посмотрите внимательно, с каким зверем встретится во второй книге молодой Холмс. Второй по величине представитель семейства кошачьих в Америке. Я прошу, если вам не лень, сами прочитайте. Возьмите мне по имейлу, напишите два слова. Да, обязательно. Я покажу, подходит. Я с удовольствием такие отзывы прочитаю на сайте. Я столько сил на это угробила. Я ж филолог, а я прочитала 8 экономических монографий, вот таких, всем хвалюсь. Вот таких. По которым учатся американские и европейские студенты для того, чтобы изложить все это. По листами там всего 5 презентаций. Я легко передвигается по горным склонам, отлично лазит по деревьям и скалам, и при необходимости хорошо плавает. Способна совершать прыжки длиной до 6 метров и высотой до 2.5 метра. Бежит со скоростью до 50 километров в час. Ну что ж, ты в третьем классе. Охотится преимущественно по ночам. Режет больше животных, чем может съесть. У тебя не будет работоспособности. При охоте обычно используют фактор неожиданности крупной